В шестом выпуске 10 сезона «Мастер-шеф» в черных фартуках оказались Юлия, Богдан, Мира, Эдуард и Роман. И они должны приготовить блюда ресторанного уровня, которые сможет противостоять мощному потоку ветра. Так Мира приготовила тарталетку с миндальным франжипаном, которая понравилась судьям проекта. Юля приготовила пасту с клубнично-малиновым соусом и шоколадом. Однако блюдо не удивило Эктора, ведь под мощным потоком ветра паста стала холодной, а шоколад расслоился. А вот Ольга Мартыновская подчеркнула, что паста приготовлена по всем итальянским канонам. Роман подал медальон с пюре из моркови и соусом из маракуйи. Однако соусы и пюре не понравились жюри, а вот медальон, по словам Ярославского, был приготовлен хорошо. Эдуард также приготовил пасту, но карбонара участника не удивила судей, ведь она была базовой, без каких-либо креативных соусов и добавок. В свою очередь Богдан приготовил торнадо россини с желе из красной смородины. Эктору не понравилось, что участник подал ягодный соус к стейку, но само блюдо было приготовлено на достаточно высоком уровне. В итоге судьи были недовольны результатами работы конкурсантов, однако то, что приготовил Эдуард, было слишком простым блюдом для битвы черных. Поэтому именно Эдуард покинул шоу в шестом выпуске 10 сезона «Мастер-шеф». Ну а на этом все. Услышимся!